Приехали на Аку, расставили донки, ветер против течения, в принципе, должно оказываться на клюве. Но свою точку занять не смог. Местные приехали, пацаны двое. Один сейчас бингом ушел, на данный момент ловить. Второй сидит донки, распутывает донок на 7. У меня с Русланом двоих 6 у меня, 4 у него 10. Садимся мы перед ямой, перед входом в яму. В принципе, здесь неплохо клевало, но помельче, нежели там. Ночью у них там крупнее залетал, я на их месте, где они сейчас сидят, поймал леща, не леща, а двух. Именно на том месте, где они сейчас сидят. Вот, погода замечательная. Сегодня у нас 24 августа. В преддверии осени, солнышко, теплый ветерочек, все здорово, пока все здорово. Руслан еще раскладывает снасти. Да, хищник гоняет, как видим, спинги расправляем потихонечку. Опять я в Серпухов приехал. Нет, так подозреваю. Зарекаться, конечно, не буду, но я думаю, последнюю в этом году рыбалка. Уж я сюда, скорее всего, не приеду. Может быть на спиннинге, может быть на рубца по осени. Это как получится. Ну, в принципе, все. Дальше в процессе ловли сейчас буду забивать каши, ставить на точки. Будем ловить, смотреть, что у нас попадается. Нет, видно.